Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Благодарю вас всех за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши теплые комментарии в мой адрес. Пусть вам всем вернется в тысячекратном размере. Всех люблю, всех ценю, девочки, мальчики. А сейчас давайте посмотрим такой расклад на крестового короля. Наш крестовый король прямо сейчас. Что у него сейчас происходит? После Нового года, после Рождества, какие планы, куда ходит, что делает, давайте посмотрим. Так, загадывайте себя червовой дамой, как обычно, ваш мужчина будет крестовый король. Ну и давайте сделаем диагностику и посмотрим, что у него тут было в недавнем прошлом, посмотрим. Здесь у него недавно был разговор с червовой дамой. Хлопоты были, разговоры, злился, обижался на червовую даму. Также здесь у него была встреча с казенным королем, которого он любит и уважает. И здесь прямо какой-то разговор был очень неприятный. Так, прямо скандал у них получилось. И он очень злился на этого короля тоже. Так, в прошлом, недавно в прошлом тоже он думал о работе своей, о хлопотах. Ну, также и к новой даме тоже были хлопоты. Интерес к новой даме тоже было. Ну, тоже от новой дамы тоже что-то получил большой удар. Вечерком сходил, поговорил и получил большой удар. Что-то он и с казенным королем поругался, и с новой дамой тоже поругался, получил большой удар. Сейчас что он делает? Хоть он получил большой удар от бубновой дамы, но он все равно надеется на встречу с бубновой дамой. Также он хочет свидания с червовой дамой, девочки, в скором времени, прямо сейчас. Интересоваться будет с червовой дамой. К червовой даме интерес большой, тут перемена в хорошую сторону к червовой даме. Неожиданно будет большой интерес, любовь здесь вижу я. Переживает, печалится, без червовой дамы ему очень скучно, очень переживает. Ну и в скором будущем здесь опять появится в его жизни бубновая дама. Здесь в будущем я вижу, что червовой даме какой-то бубновый король смотрит прямо с интересом и хочет свидания. Но червовая дама пока не хочет с ним встречаться. Так, также он, это он узнает. Также в скором будущем, наверное, деньги закончатся, деньги пустые. И он будет думать о работе, надо работать. Ну и также будет у него известие, переписки, звонки с червовой дамой. Он надеется на червовую даму. Все-таки, как бы тут ни было, все равно он надеется на червовую даму. Так, ну давайте будем смотреть, что тут дальше будет. Так. Итак, крестовый король прямо сейчас. Что у него там происходит прямо сейчас? Наш крестовенький король прямо сейчас. Девочки, как обычно, вы себя загадываете червовой дамой. Ваш мужчина крестовый король. А бубновая дама будет соперницей, как обычно. Под сердцем червовая дама вышла. Думает он о вас, девочки. На сердце, наверное, какое-то застолье будет, да? Вот, выпивка вышла. Ну, еще праздники продолжаются. Ну, некоторые уже начинают идти на работу. Некоторые еще каникулы идут. Так.
голове, в мыслях, что он думает. В голове, в мыслях он думает. Он злится, девочки. Он злится за казенного короля, да? Там была ссора у них. В диагностике показала, что у них будет ссора, да? Казенный король, которого он любил, уважал, прямо с бухты-барахты у них получилась ссора. И он злится за это. И у него уважение уже к казенному королю снизилось, уменьшилось. Так, этот король может быть его начальник или какой-то вышепоставленный мужчина, с которым, может быть, они работают вместе, да, вот. И опять я вижу, что тут какой-то скандал, уже крупный скандал будет, это по работе, уже по работе. Так. В недавнем прошлом здесь у него было очень много проблем с бубновой дамой. С червовой дамой встречался, часто были встречи, ну и какие-то проблемы были с бубновой дамой. Здесь, как я показала в диагностике, здесь какой-то мужчина, бубновый король, очень надеется на червовую даму. Об этом знает крестовый король. Так, что тут за проблемы было с бубновой дамой, да? Вот, посмотрим. Здесь было проблемы. Может быть, у бубновой дамы был ребенок, да? Вот. Или он к ней хлопотал, что-то ему там не понравилось, какие действия она делает к нему, может быть, что-то ему не нравилось, и он в ней как бы разочаровался, да. И в прошлом он с ней как бы расстался, и здесь он начал встречаться с червовой дамой. Начал встречаться он с червовой дамой, ну и были хлопоты, общения, разговоры, старался приходить, угождать червовой даме. Ну, в скором будущем посмотрим, что тут будет. В скором будущем бубновая дама проявит себя, но он не захочет ее увидеть. Он прямо закрывает встречи, она придет с любовью, но он не хочет даже видеть. Здесь может показаться так, что это не бубновый король, а надежда бубновой дамы. Да? Бубновая дама как бы надеется на крестового короля, а король надеется на червовую даму и интересуется червовой дамой. Ну и в будущем, в скором будущем, здесь я вижу, может быть, он потеряет свою работу, девочки. Здесь вот с этим газённым королем у него была большая стычка, у него была злость. Здесь опять будет неприятный разговор прямо на пороге. Вижу, как он пойдет на работу, видимо, да, вот опять будет у него скандал, и я вижу, что он теряет эту работу. Работа пустой показывает. На сердце. Встречи какие-то, встречи будут по работе, будет переживать, печалиться. Ну и тут какие-то встречи и с червовой дамой. Так. В нашем раскладе бубновая дама не вышла. Значит, я думаю, что это не надежда бубновой дамы, а это уже король. Король, который надеется на червовую даму и смотрит в ее сторону. Здесь крестовый король под сердцем спрятал червовую даму. Никто об этом не знает, что он с ней встречается. Он думает о ней. Здесь я вижу, что у них какое-то застолье будет с червовой дамой. Встречи, тут какие-то посиделки где-то будут с друзьями, скорее всего. Может быть, они одни и пойдут. Может быть, в кафе куда-то позовет, и здесь будет выпивка у них. Ну, легкое вино, что-то такое.
не обязательно напиваться, да, вот. Ну вот такая ситуация, такая история. Крестовый король, который к нам пришел, он любит червовую даму, но у него проблемы с работой будет. Он теряет свою работу прямо, как пойдет на работу, так сразу он меняет свою работу. Ну и надеется он, девочки, на вас, на червовую даму. Что тут было в прошлом? Посмотрим. В прошлом у него были хлопоты, у него были желания, надежды, какие-то планы с новой дамой. Здесь, может быть, дама, которая, новая дама, которая была у него в прошлом, она была очень сильно богатой, из обеспеченной семьи. И он прямо там тянулся к ней, и желание было, и хлопоты были, и встречи, разговоры, все было в прошлом. Ну, давайте теперь будем смотреть, что он будет делать дальше, да? Вот наш крестовый король прямо сейчас, что у него происходит, какие шаги к червовой даме, какие действия к червовой даме. Будет ли он, тут показала, что с бубновой дамой вообще ничего не хочет. Ну, посмотрим, что тут дальше покажет карты. Так, с червовой дамой будет у него встреча тут, что-то переживает, какой-то будет печальный. Может быть, из-за работы будет печальный, какой-то печальный будет, грустный будет. Ну, здесь я вижу, что они по судьбе с червовой дамой. Ну, здесь бубновую даму тоже он знал долгое время, девочки. Как мы показали по прошлому карты, бубновая дама из благополучной, богатой семьи. Встречи, частые встречи будут с червовой дамой. Новые хлопоты он хочет делать пусто, не хочет с ней быть. Ну да, он теряет работу, он его потеряет, он уйдет из этой работы. Поэтому он печальный. Будут у него встречи, будет он спрашивать по работе, куда-то будет. С кем-то будет разговаривать, встречаться, встречи, свидания у него будет по работе. И по деньгам тоже какие-то разговоры будут. Может быть, он уедет куда-то далеко на заработки. Ну, немножко он обижен на червовую даму. За свою любовь он переживает, боится. Боится потерять червовую даму, если он уедет. Так. Разговоры, разговоры любовного характера с червовой дамой, девочки, тут. Тут он любит червовую даму, но также появится и бубновая дама со своей любовью. Ну, так же показала в этом диагностике, что она все-таки появится, новая дама. Так, здесь какое-то происшествие у него будет с червовой дамой. Здесь как будто он, как будто здесь будет ссора между ними, да, вот. Он надеется на червовую даму, он интересуется, он будет какие-то действия делать к червовой даме, но действия не такие, он будет делать не от души, какой-то он грустный, печальный, ему что-то больно на душе, на сердце, что-то его ранит,
И здесь будет или ссора у них будет с Чаговой дамой, или это будет очень такой какой-то крупный разговор, какой-то скандал здесь будет. Ну, посмотрим сейчас, что за происшествие у него тут будет. Так. 7 свидания с кем будет? Тут новая дама будет звонить ему, девочки. 8-9. Что удивит? Его удивит, что в его жизни новая дама появится, и она надеется на что-то. 10-11. Что одиночит? Червовый разговор. Ох, что порадует его? Какая карта вышла, девчонки, смотрите. Что его порадует? Его радует то, что он любит червовую даму. Остальное все чепуха. Что порадует? Что успокоит? Успокоит его червовая дама, что он желает ее. Для него, для дома, для сердца. Что было, что будет, чем успокоиться. Сегодня я свое полотно не положила, все клеится. Так. Для него, для нашего Христового Короля, самое важное в его жизни – это интерес червовой дамы. Он будет к ней делать активные действия, говорит любовные слова, и он думает и надеется, что они будут вместе, девочки. Очень хорошая карта вышла. Для дома. Для дома также он надеется, что они будут вместе, и он рассчитывает на это. На сердце, что на сердце он боится, что тут новая дама появится, переживает. Что было? Было у него надежда к новой даме и желания были, и любовь была. Что будет? Здесь в скором времени у них будет ссора с червовой дамой, девочки. Чем успокоится, какой-то удар получит. Так, для него. Но все-таки он, для него самое главное, это червовая дама. Вся ее жизнь, все ее карты, чем она занимается, что делает. Он хочет знать все о червовой даме. Для дома. В доме тоже он думает о ней. Надеется, что у них все будет прекрасно, хорошо. На сердце что? Здесь, девочки, какое-то известие он получит с работы, насчет работы. Казенный король позвонит и скажет, что он там не работает. Вот о чем он думает, насчет работы. Что было? Была у него надежда на новую даму в прошлом. Что будет сейчас? Ну, будет у них ссора, ну, не крупная ссора. Но все-таки встреча, свидание будет. Может быть, они будут спорить, спорить, и спор перейдется в небольшой скандал, да. Но все-таки встречи будут. Чем он успокаивается? Успокаивается он. Сейчас разложим, посмотрим. Успокаивается он здесь, тут ссора будет между червовой дамой и крестовым королем, да, вот ссора будет, и он сразу не побежит червовой даме, да, он пойдет встречаться с бубновой дамой, тут дама же появится бубновая, он с ней встретится, и он свою злость все на бубновую даму направит, и он скажет ей, что они расстались, вот карта расставания. И что он не разочарован, даже несмотря на то, что она богатая, девочки. Может быть, новая дама очень высокомерная. Если у нее есть деньги, то она, может быть, думала, что все можно купить деньгами. Но здесь крестовый король,
который пришел сегодня не такой. Так, и посмотрим, чем же это все закончится. Ну, здесь будет у них разговор, встреча с бубновой дамой. Здесь он скажет, что их встреча, общение, все было с обманом. Просто так встречались. Без никаких обязательств, да, просто встречались. Бывают же такие встречи. И он делает пусто бубновую даму, закрывает все встречи со злостью, да. Здесь он будет на нее злиться. Вот вы сами карты уже видите, что с бубновой дамой он все заканчивает, и все-таки он будет с червовой дамой, девочки. Вот такой расклад на крестового короля прямо сейчас, что у него там происходит в жизни. У кого такая ситуация, кого резонирует, пишите комментарии, ставьте лайки, девочки. Ну и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. На этом все. Всем удачи, всем любви. До свидания, девочки, мальчики.